Акт первый. Пропускаем. Бежим. Бежим. Эй! Когда тренер, не знаю. Мячик возьмем. Берем эту штуку. Я уже привык, что у меня есть двойной прыжок. Нажимаю два раза на пробел. Я застрял. В этом акте он довольно-таки медленный, этот сосед. Но при этом все равно сможет вас догнать, если надо будет. Ну все, красный ключ у нас. Все, это мы прошли. Где фонарики забыл? Смотрите, выключаем сейчас свет. Даем соседу себя поймать. Если он здесь вообще живой. Вообще есть. Не вижу соседа. А, здесь закрыто, господи. Понятно. В принципе, можно включить свет. Я не знаю, где сосед, но он почему-то не пришел. Готово. А если я ему сразу дам себя поймать? А, нельзя. Нужно именно добежать до конца. Вот засранцы, блин. Мы здесь смотрим, кто у нас там откроет. Кому было интересно, вот смотрите. Вот кто это был. Вот кто это был. Нужно взять две коробки, в принципе. Давайте попробуем. Давайте три коробки. Я не знаю, как здесь... А, вот, четыре коробки. Хотят сюда перепрыгнуть, что ли? Давайте попробуем. Раз. Два. Три. Да, это ж невозможно. Не, спасибо. Это невозможно, ребят.
Здесь же закрыто, господи. Не знаю, не знаю. Я не был готов к этому. Здесь тоже все позакрывали. Привет, сосед. Ой. Ну видите, все, это уже фейл. Это уже быстро не получится. А я не знаю, почему здесь закрыто-то все. К примеру, отсюда мы ж не можем перепрыгнуть, или можем? По сути, мы можем просто вот так поставить коробки. Раз. Два. Три. Разбежаться и прыгнуть. Но у меня прыжок почему-то сломался. У меня почему-то сломался прыжок. Спасибо большое, магик. Тимми, передаю привет. Тимми, и тебе передаю приветики. Я могу так сделать? Да, могу. Да не, невозможно, алё. Я вроде бы на максимум прыгнул. Все, попало. Не, я не знаю. Здесь просто дверь закрыта изначально, вот в чем проблема. Если бы дверь не была закрыта, то я бы прошел сейчас. А в принципе, можно по-другому просто сделать. Просто на самый угол поставить. Доска вообще нельзя на ней. Ладно. Хоп. 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 Все, прошли. Готово. Готово. Открывайте. А чё, будет-то это? Спасибо большое за донат, Тимофей. Придут ко мне эти-то уроды. Алло. Чё делать-то надо? Чё ко мне никто не стучится? Сколько нужно ждать? Аллилуйя! Я уже думал, они не придут. Ну все. Мы здесь. Я не понимаю, куда бежать надо. Открываем. Берем ключ. Если я взял бы с первого раза, это бы все намного быстрее бы было. Пропускаем. Где я? Это окно. Здесь нужно все кошмары проходить. Раз, два, три. Так. Не, на, он не прыгает. Убейте этого засранца за это. Ладно, без разницы. Но это фейл, это конкретный фейл. То есть, если бы я действительно проходил на время, то есть засекал бы, я же не засекаю, то это бы, конечно, был фейлом. Что происходит? Сделали так. Сделали так. Нам, в принципе, это ничего не нужно. Выключаем камеры. Магнит забираем. Он не забирается. Ключ забираем.
первому кошмару. Взял, пнул стул. Я застрял. Да не, не смог. Козёл эдакий. Вот теперь, кстати, новая анимация того, как он тебя ловит. Если кто не видел. Передай мне привет, и ты проходишь в третий раз. Тимофей, привет тебе, я прохожу... В пятый раз. Да блин, что, прикол какой-то? Он появляется там, куда я хочу пойти. Но изначально-то я шел не туда, раньше. Он как будто читает мои мысли. Ну еще и успевает меня догнать. Вот это вот спидран, конечно. Уже три раза он нас поймал на одном месте. Че? Ты как меня видишь-то, алло? У тебя глаза на жопе или че? Да уж. Ладно, побежали все-таки в кошмар сраный этот. Супермаркет. Так, ну ладно. Но первые два акта вообще на одном дыхании проходятся. Третий акт, конечно, здесь из-за того, что фейлов много. И из-за того, что нужно очень много всего делать приходится. Я сижу! Овалите от меня! Я сижу! Алло! Тупые манекены. Да остановись ты. Так, хорошо, сок есть. Варенье есть. Газировка есть. Огурцы есть, остался только джем. Подожди-ка. У нас джем есть. Варенье, точнее. Остался, получается, чипсы остались. Остались всего лишь чипсы. Так. Итак. Чипсы где-то здесь должны неподалеку быть. Вот они. Хоп. Ну и все. Ну и все. Изи бризи лаймон. Ну вы сами знаете. Опа. Но прикол в том, что. А, не, все нормально. Все, хватит. Все пять товаров, все хорошо. Побежали. Готово. Первый кошмар пройден. Фух, я уже думал, игра вылетела. Так, теперь мы что должны сделать? Во-первых, сюда прийти. Активировать вот эту тему. Забежать сюда. Забежать сюда. 2, 3, 6, 9. Забежать сюда, наверх. Эй, мне нужно что-то выкинуть. А зачем я сюда забегаю? Мне сюда не надо. Так, давайте сюда. И сюда. Готово. Так. Вагонетка активна. Так, нужно открыть этот лифт. Шахту лифта.
Надеюсь, что с первого раза получится. Не получилось. Ладно. Магнитом рискую. Тоже не получилось. Ну ничего, с 50-го раза точно получится, я уверен. Так, и чем мне теперь кидать туда? У меня есть банки. Раз, два, три. Зачем мне дружелюбный сосед? Мне интересно. Это вообще весь всю игру меняет. Это смысла вообще не имеет, дружелюбный сосед. Не попал. Не то. Не попал. С первого раза. С первого раза попал. О, с первого раза залез. Так, магнит-то мы заберем. Не заберем. Не забирается. Так, окей, мы наверх забираемся сейчас. Нам нужно в первую очередь что сделать правильно? Нам в любом случае нужно будет... Нужно будет... Или не в любом случае. Не, в любом случае нам нужно будет этот... День-ночь быть, врубать. Два звук пропал. Или нет? Да, мне тоже. У меня он тоже пропал. Ну ща, ребят, надо будет перезайти в игру. Сделаем все эти важные вещи. В принципе, давайте не будем перезаходить. Сейчас пойдем, пройдем кошмар с двойным прыжком. Ага, пройдем. Мы ж не взяли. Точно. Мы ж не взяли с вами ключ красный. Летим. Да, здесь закрыто. Господи. Что ж такое за фейл за фейлом? Так. Почти. Ладно, когда-нибудь он нажмет, наверное, да? Сломалось, ребят, сломалось. Просто серьезно. Я просто в это не верю. Пришлось все закинуть, просто все. Здравствуй, здравствуй. Сейчас, ребят, пройду кошмар с этим. С двойным прыжком, кладовку. И сразу идем в нужное место. Ну, то есть перезагружу игру, чтобы звук появился. Так. Спасибо, спасибо, Данил Краснов. Почему я не снимаю шутеры? Потому что они неинтересны, их никто не смотрит. Шутеры неинтересно смотреть, прости. Поэтому я их и не снимаю. Интересно смотреть игры на прохождение. А шутеры... Я не знаю. Либо какие-нибудь чисто обучалки смотреть. Интересно. Если ты супер-про, то да. Стримы, стримы, да, по этим играм интересны. Но, блин, не видел уже. Я играю только в PUBG. Во все остальное я не играю, то, что ты перечислил. В Rainbow Six Siege я даже не играл.
Я знаю, что неплохая игра, но не играл. Так. Активируем. Чпоньк. Застрял опять. Эти микросекунды, конечно, тоже занимают. Так. Готово, готово. Вот здесь главное не упасть. Обычно у меня здесь фейл всегда был. Нормально. Раз, два, три. Готово. Раз и два. Все. Кошмар пройден. Перезахожу, чтобы звук появился. Так, нам осталось один кошмар. Это получается, нам в любом случае нужно выключить этот магнит. Что произошло сейчас? Я улетел куда-то в воздух. Ненавижу эту игру из-за багов тупых. То есть, игра офигенная. Ничего не могу сказать. Геймплей офигенный. Но вот эти моменты, когда ты просто подбираешь что-то и улетаешь, непонятно из-за чего, напрягают. Тык! Спасибо, Никакет. Привет, игра тебе есть. Спасибо, что здесь. Спасибо, что смотришь. Приятного тебе просмотра. Так, давайте, ладно, через эту фигню пройдем. Я не верю в это. Нам нужно вверх. Значит, пройдем здесь. Что делает функцию дружелюбного соседа? Действительно, что же она может делать? Так интересно. Она, наверное, делает дружелюбного соседа, который просто не будет тебя трогать. Да, да, жесткая функция. Неожиданно, неожиданно. Так, ладно. Чпоньк. Зеленый ключ у нас есть. Ну, почти есть. Не могу пройти. Ну, конечно, сосед здесь появится. Ну, конечно. Конечно, сосед появится здесь. Ну, блин, ну как это вообще может быть без соседа? В тот момент, когда коробки эти сраные не разбиваются. Только так эта игра работает. Я сейчас удалю игру. Коробки не дают вообще пройти. Они не дают поиграть нормально мне. Только с коробками сейчас полчаса разбирался. Да, вот вам спидран, конечно, получается. Так, что мне нужно сделать? Теперь мне нужно вернуться сюда. Там сосед по-любому по лестнице лезет, пускай лезет. Коробки стали супер пуленепробиваемыми. Просто можно коробками себя облепить, и ты будешь пуленепробиваемым. Не прыгает. Ждем. Сзади меня. Поставь стул на спауне. Это работает до сих пор. Стул на спауне до сих пор работает. Прикольно. Но он меня опять поймает. Хотя нет, вроде не идет.
Окей. Шансы есть. Он никогда чат читать не будет, это точно. Блин, так было близко, я чуть не наложил. Я боюсь сейчас выходить даже из этого, потому что он слишком близко находится в данный момент. Видите, он слишком близко. Я говорил. Я просто уже не слышал, он просто стоял, он застыл на одном месте, это сраный манекен. И вместо того, чтобы уплыть куда-нибудь, убежать... Не успею я. Дружелюбный сосед меняет концовку, но это ж дичь. Сделал я дружелюбного соседа. Это ж дичь. А дружелюбных манекенов можно сделать? Почему такой функции нет? Позвони соседу. Не берет он трубку. Ненавижу этот уровень. Спасибо. Не успею. Успел. Франклин 898. Я повар. Привет, привет, повар. Вот не знаю, опять сейчас выйду. Этот манекен будет рядом находиться. Вот видите, он здесь. Ладно, я выйду. Ух, было близко, пипец. Данил Краснов, Радуга 6, она норм, но хотя бы вон по Battlegrounds делай стрим. Стримы по Battlegrounds смотрят 10 человек. Может 15. Поэтому я не буду стримить Battlegrounds. Спасибо тебе большое, Данил, за донаты, за поддержку. Привет, Гелекс, мне хотелось бы узнать. Потом узнаем, потом. Мне бы хотелось узнать, почему между твоим прогрессом видео по Южному парку и твоим реальным прогрессом в игре такая большая разница. Потому что я снимаю 50 видео за один раз, а потом выкладываю их. Можно было подумать головой. Но, в принципе, все очень просто. Спасибо, Саня Голубь, за донат, спасибо за вопрос. Ну ты нубас! Здесь не от скилла зависит все это. К сожалению или к счастью, не знаю. Ну все, мы прошли все. Нам осталось лишь взять лом и выключить это говно. Холодильник. Давайте попробуем, кстати, то, что сказал Топси. Я, правда, не знаю, где место спауна у нас. Здесь? Лови меня, сосед, лови. Может меня словить. Лови меня еще раз. Еще раз лови. Нет, вот место спауна. Хоп. Хоп. Сосед! О, прикольно. Так, что нам нужно сделать? Бежим наверх. Баг до сих пор рабочий. Видите? Топси нам все показал. Рассказал. Я, в принципе, знал про этот баг уже давно. Как-то только Топси первый раз его открыл. Но так и не проверил, видите. Идем остужать его. Спасибо большое, Олег Стоп. Он не остужается.
остужайся, пожалуйста. Во, все. Лексоп, мой первый донат, я проверил, что делает дружелюбный сосед, он все равно нападает. Да, все равно нападает, видишь, не работает. Не работает дружелюбный сосед. А, не, у меня он выключен. Все, сделали дружелюбного соседа. Сейчас узнаем, все равно нападает он, не нападает. Если мне больше магнит нафиг не нужен. Мне нужна карта. Да, сосед все равно нападает, ребят. Дружелюбный сосед не работает. Так. Сосед все равно не дружелюбный. Подождите, нам нужен... А теперь ночь. Ночь. Работает. То есть нам нужно наверх сейчас забираться. Пошел уже. Сейчас нужно место прийти, где у нас этот находится. Комната с гитарой. Потому что без гитары мы не можем открыть ту тему, которая нам нужна. Ладно, здесь заберемся. Он даже здесь камеру поставил. Бешеный. Семен Хех, когда включаешь дружелюбный сосед, он больше... Он больше начинает спать. И, кстати, где The Long Dark? Long Dark мне не понравился. Он довольно-таки скучный. Так, лом мне больше не нужен. Мне нужно... А, в принципе... Нам нужно еще раз сдохнуть. Точно. Он начинает спать, говорят. Больше. Подожди, сосед, скорее всего, наверх поднимается. Нифига меня телепортнуло прикольно наверх. Так, окей. Как это понимать? Где коробка? Куда коробка исчезла? Вот что происходит-то вообще? Придется опять ночь вызывать. Бесит. Вот коробка. Она просто отодвинулась. Супер. Все отлезет. Пускай лезет нам сюда. Воду же не слили, точно. Воду-то не слили. Не попали. Чё я творю? Легче так будет сделать.
Гитару поставил. Подушка есть. Скейтборд есть. Что еще-то? Кепка есть. Фонарик есть. Нету. Есть. Нормально. Теперь главное не упасть. Почти упал, кстати. Ну все, осталось дождаться, пока это... Пока появится. А разморозится наша карта. Я не знаю, сколько мы проходим, но на этот этап мы очень много времени тратим. Просто невероятно много времени. Также этап с большим боссом, вот этим вот большим соседом, тоже много времени потратится. Потому что приходится... Хотя, в принципе, можно... Не знаю. Можно его оглушить и стрелу ему в колено. Как же быстро она размораживается. Можно было кипяточком бы полить, и было бы на все быстрее бы было. Жалко нельзя, жалко здесь такое не работает. Ну, ну, давай, я знаю, ты сможешь. Еще капелька, давай, ну же. Совсем чуть-чуть осталось. Не могу взять. То есть это еще не карта. Теперь карта. Все, заходим. Граммофон возле дома в кустах. Спасибо, спасибо. Слева, да, слева? Мы знаем, уже знаем, мы видели ее в Бетти. Я Миродаги, Бардо жалоповать на мой накал, личисец. Кисотня, простойная, дичная, зыблоблачная дуся по грабзонам, Денеле в шаном родокке. И масса рахуши воности, е тыши сетидя, тельная вагатшина до сня очукнания, нойвы за заносимость. Да сосед не берет трубку, ребят, я же звонил. И от гави робти в доран рептайли. И чохица, чапти те в слуйтями пнойвов, ёстку ящищих на затище шайных да нежды дьявол. Рокоты рыплевали форк за ёслы данор и вось... Не перепрыгну ведь, да? А, я же дверь через дверь перепрыгиваю, точно. Пошел в жопу. До свидания. Поньк. Заходим. Осталось пройти это. То есть берем мяч в любом случае. Сейчас кинем сразу мяч. Сосед, открывай. Не. Дай кепку возьму, чё нет. Сейчас кинем сразу выключатель. Печка в любом случае нужна, так что идем туда. Zero Day! Привет, Лекс, еще 40? Еще 40? Что значит еще 40? Еще 40 задонатишь? Сам решай, чувак. Нет, пофиг. Мне приятно, но твои деньги. Я никого не агитирую, не прошу, чтобы донатили. Это ваше дело, ребят. Это исключительно ваше дело. Хотите донатить, хотите нет. Чпоньк. Залетели. А, я не туда полетел. Давай, 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 долетай, 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 долетай. Молодец. Оп, попали. Ну все. То есть мне сейчас что осталось? Взять свечку.
Не, в принципе, сейчас можно граммофон фигануть. Блин, а свечку-то это зачем? От этой фигни он уворачивается, от той фигни он уворачивается. Можно, в принципе, ментосом попробовать, да? Я не знаю, давайте ментос попробуем. Слишком все сложно. Непонятно, что сработает, от чего он увернется, а чего нет. Ну, почти попал. Но он вроде увернется от бутылки. Вот в чем проблема. То есть сначала надо музыку, сначала надо его глушить. Так. Не получилось. Я потерял зонтик. Да что за жопа? Просто что за жопа происходит? Первое, то, что я хотел кинуть со всей силы, не получилось. Второе, я хотел зонтик открыть, не получилось, потому что он был закрыт. Точнее, не нашел его сначала. Потом он был закрыт, оказывается. Пипец. Все просто на моей стороне. Вот что, 40, 40 рублей, 40. Спасибо большое. Zero day. Респект тебе. В принципе, можно и там, блин, кинуть. Так что можно не спешить. Спасибо тебе, Zero Day, привет тебе, респект тебе, всего самого наилучшего. Так, так. Хорошо. Можно ли отсюда долететь до дыры? Я думаю, да. Чё? Как, чё? Почему я разбился-то? Здесь, кстати, тоже можно, по сути, поставить какой-нибудь объект. Который не даст, точнее, даст возможность вам спауниться на том же месте, где вы оставались в прошлый раз. Я вот не знаю, что делать. Либо из пушки стрелять сейчас. Либо не из пушки. Давай! Не! Чпоньк. Смотрим. Попаду. Он увернется же по-любому. Да, он увернулся. Да, это жестко. Ну сразу туда долететь я не могу, к нему в дом. То есть нужно сначала два раза его кацануть, а потом уже смогу залететь. Потому что слишком высоко дом находится. Так. Берем свечку. Йоу, не попал. Давайте попробуем петарды. Мне кажется, петарда сейчас ему ничего не делает. Петарда глушит только. Так же, как и из этот. Давите. Так же, как и музыка, которая в граммофоне, так же и петарда. Тогда стрелу остается. Стрелу и сразу же летим. То есть дальше можно уже ничего не делать. То есть, по сути, здесь нужно было как сделать? Включить вагонетку, получить свечку, включить музыку, ну, либо взять свечку, поджечь петарду и потом уже поджечь этот, стрелу. Все. Здесь три действия должно быть. Вагонетка. Четыре действия, ладно. Вагонетка, свеча.
Мы поджигаем петарду и летим на луг. Все, дальше уже залетаем в дверь. Залететь в дверь можно без проблем. Без проблем. Чпоньк. То есть на граммофон сейчас приземляемся, и с граммофона уже залетаем в дверь. Просто сейчас он, видите, дергается. А если мы вторую ногу ему там сломаем, то он не будет дергаться, перестанет. Ну, это, блин, даже с дерганием можно попасть. Я не знаю, получится у меня сейчас, не получится. Получилось. Все, бежим. Это мы уже смотрели с вами. Чпоньк. Опять этого говнюка спасать. В шкаф не могу спрятаться. Какой же он долгий. Даже свет выключается, прикольно. Может быть, это не свет выключается, это что-то просто с этим. С освещением. С самим. В игре. Ой. Не знаю, ребят, я все искал, все прошел. По-любому что-то не нашел. Согласен, возможно. Но вроде только одна концовка пока что не встретилась. Не встретилась только одна концовка. Я бы хотел получить вторую концовку, посмотреть, что там-то как. Но пока что одна только. Я не знаю, сколько мы прошли. Вроде бы меньше часа. Продал скины CSGO ради доната тебе. Ты теперь должен хотя бы купить Радугу 6. Мне не нравится Радуга 6. Ну, то есть, мне не то, чтобы не нравится. Просто мне не с кем в нее играть. Мне нужно играть с друзьями. Нужно 4 человека. Спасибо большое, Данил Краснов. Но не хочу. У меня была возможность поиграть в Радугу. Я, возможно, когда-нибудь на распродаже ее куплю, но... Это будет, если меня с друзья ее купят. И я ее записывать не буду. Даже если я ее куплю, я ее записывать не буду. Очень прикольно. Ну все. Изи. То же самое, ребят. Что быстро проходить, что медленно проходить и прочее. Концовка одна и та же. Проезжает грузовичок Лекс Пицца, и на этом игра кончается. Эй,